Не, не таких. Холодно. Потише, потише, есть там кольца. Да, да, свежий воздух, красота. Снежок. Привет, будем удить ты и я. Это что, это моя девушка. Не понял, кто-то промямлил что-то. Ну вот мы и пришли. Спасибо, что ты с Порфирием, Кит. Да, не за что. Без этого вообще никак, что ли? Это что, парень твой, что ли, чтобы тебя просто так провожать? А райончик-то вообще-то опасный. В следующий раз могу не согласиться. Как обычно. Как обычно. Постоянно могу ленту скидки. На, подавись ими. Спасибо и пожалуйста. Обращайтесь. Никитос помогает, готов помочь. Где хулиганы? Да, Никитос в штаны накладывался. Не правда. Не хулиганы это. Только это же подарочная упаковка. В смысле? Это же мои подарки. Ксюш. Акунгат, он ломает мои подарки. Это же Гринч настоящий. Да мне все равно, кто это. Это мои подарки, и за них я сейчас ему все глаза песовым баллончиком залью. А ты мне поможешь. Понял? Командуй, шеф. Какие-то странные очки. Это что, сейчас мода такая пошла? Это что сейчас было? Круто. А что такое? Добро пожаловать в виртуальный мир. Выберите игру. Это игра «Побить Санту». Прикольно! Во время съемок ни один Санта не пострадал! Ставьте лайк, если любите Санту! Пишите в комментариях, кому нравится Гринч! У вас новый рекорд. Записать ваш рекорд. Запиши, запиши! Так, запишем Соник. Зеленый гоблин, 66. Два, круто! Повторить игру. Да, конечно! Хоть месяц повторяй! А, вот он! Ну все, тебе конец зеленоглазый. Ты меня слышишь? Эй, ты! Так, Никита, снимай его очки. Я сейчас персон молочником как брызну ему. Так, подожди, давай глянем, что он такой счастливый, да? Он такой каждый день делает! Ну ты так понимаешь? Там был очень молочек на Рождество! Ну-ка, стоп! Все, давай, как будто тебе тоже ударят. Ах, он зараза, он еще и Санту бьет! Так, все, снимай ему очки! Стой, это будет слишком легкое наказание для него. Потом снова будет портить Рождество. А что если мы взломаем игру и устроим ему самую жуткую виртуальную реальность? А ты что, такого можешь? Конечно!
приступим. А я думал, ты тупой. А это в школе такой. Главное, никому не говори, а то учить заставят. Итак, какую игру его запихнуть? Есть 285 тысяч. Такую, чтобы ему всю жизнь испортить. Точно, давай в игру «От рождения до смерти». Супер, давай. Готово, все, отправляем его. Нет, стой, пусть это будет самая худшая игра «От рождения до смерти». Пусть здорово. Поехали. Стой. Ребята, а вы знаете, что если вы поставите лайк, то Санта подарит вам самый лучший подарок на Новый год? Не верите? Поставьте лайк. Санта не даст соврать. Поставили? Молодцы. Запускай игру. Вас отправляют в другую игру. Как в другую игру? От рождения до смерти. Я же сказал, тебе не стоит рожать перед Новым годом. Ты какие-то пробки на дороге. Не переживай ты. Служба доставки детей Аист еще никогда не опаздывала. Пока еще. Давай, шевелись! У меня заказ остывает! Ну же! Что же делать? Что же? Эй, ладно, пойду пешком, так быстрее будет. Зелененький какой-то. Агу! Эй, мужик, что тут происходит? Ну-ка поставь меня на землю, не слышишь? Поставь меня на землю! Да, какой-то ты странный. Зеленый и лохматый. Жуть! Ну ничего, сейчас 7 километров на самокате, и мы на месте. И не таких вот доставлял. Так что не переживай, малыш. Мы быстро! Холодно! Потише! Ешь там, Костя! Эй, мужик, мне холодно, стой! Вот почему я такой маленький? Игра «От рождения до смерти». Уровень «Младенец». Я младенец? Почему такие мужики хорошие? Холодно, мужик, там холодно! Я так не гляжу! Да-да, здесь воздух, красота! Снежок! Преддверие Нового года! Странный какой-то дом, даже звонка нет. Вот ваш малыш, секундочку. Сейчас я его чуть-чуть перетяну. Возьмите. С наступающим! Только разморозить его не забудьте. Всем пока! Смотри, сына, какая у нас елочка красивая. Ну вот зачем одинаковые яркие? Красиво. Как же я ненавижу Рождество. А самое приятное, что я его ненавижу в кругу своей семьи. Как хорошо. Так, папа, подай нам еще больше носков. На вас малышом гринчем их не хватает. Давай-ка. Ох, какой классный носочек. Ну вот зачем ты одинаковые рядом вешаешь? Смотри, вот. Да это же мечта, а не себе. Я их храню. Они ненавидят Рождество, как и я. Воу, стоп. Мы же должны были ему испортить жизнь. А что такое? Так ему все нравится. Смотри, какой счастливый. Давай что сделаем. Так, смотри, вместо мамы будет жуткая мачеха. Которая его ненавидит, как Золушку. Ё-мачеха. А папе сделал уровень интеллекта на ноль. Давай-давай, пиши. Смотрите, я слоник. Отец, ты чё, ку-ку? Ты ж нормальный был! Фу, откуда мерзкий голос? Отсюда? Да.
Папа, ну-ка, убери это чудовище от меня подальше. Сынок, с бабой пойдет или с бабочкой? Мать, походу, меня не очень любит. Я... Выбери снег, я тебе на канапешке кромсаю. Канапешки. Выбраться! Бебе! Бебе! Что бы я выбрал? Пойдем поиграем. Садись здесь на диван. Сейчас мы посмотрим мультики, но не простые, а высокоинтеллектуальные. Я забыл! Для мультиков-то надо это сделать, который... Попкорн! Я сейчас. Попить писал. А хуя мак я думал? Нет, не хочу это слышать. Прошло 2 дня. О, вот ты где, малой. А, для войники стоит торт. Чего сломал? Так, все, в детдом его отдаем. Так, все! Всем в домике понравится! Давай, 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 давай! Давай, давай! Уровень пройден. Игра от рождения до смерти. Это еще что такое? Уровень школьник. Чего? Я ненавижу школу! Надо выбираться отсюда! Глаза разуй, рот! Причурик. Ты мне скажешь? Обалдеть! Я же не видел Гринчуры за школу! Какая же она все-таки красотка! Эх, надо действовать, Гринч! Привет! Будем удить ты и я! Это что? Это моя девушка! Не понял! Кто-то промямлил что-то! Что такое дылда? Я Санта, понял? Чего? Ты, видимо, глухой. Сейчас. Отвали от моей девчонки, значит, убрит. Как дом больно. Ты себя видел, мелкий? Да я тебя два счета размажу. Дай-ка сюда. А давай пойдем выйдем за школу. Ха, пошли, я тебя сейчас в лепешку превращу. Ну тебе конец. Ну держись, бородатый. Стой, сначала я должен надеть это. А, что это такое? Настоящие воины на Северном полюсе носят ожерелье. Иди сюда. Теперь я настоящий воин, понял? Чувствую силу! О нет! Я теперь проиграю! Кому ты там свистишь? Эй, ты чего? Помоги, старый! Помоги, я тебе махну сюда! Высоко полетел. Опять ты сделал трюк с морковью, Санта.
А нечего было к моей девчонке клеиться. Может, покатаемся сегодня на оленях? Конечно, покатаемся. Игра от рождения до смерти. Уровень старости. Олень, держись! Олень! Гринч, тише, Гринч. Что, опять кошмар приснился, да, Гринч? Олень! Олень! Ну все, кукухой двинулся. Ну ничего. У меня для вас сюрприз. Мы украсили вашу комнату. С Новым годом, Гринч! Не отстаньте! Чего? Неужели это он? Это он! Я просто так и сдамся! Хо-хо-хо! С новым... Да, я победил Санту! Гринч против Санты! Гринч против Санты! Да! Ой, спина! Подойди поближе! Чего? Че ты хочешь? Я умираю, и теперь по правилам. Ты рядом, Тодо Санта. Чего? Стой! Что это за шутки? Я Санта! Нет, я ненавижу Рождество! Фух, это всего лишь игра. Отлично, Никит, теперь заново ставь ему игру, пусть еще в нее поиграет. Отличная идея, так, ставлю на повтор. Ах, вы мерзкие детишки, но я вам сейчас... Пусть у него еще будет брат. Ай. Это ты, зеленый гоблин 66? Скорее ставьте лайки, ведь я буду знать, кто поставил, а кто нет. А также передам Деду Морозу, ведь он у меня в друзьях. Пока. Да не наш ребенок. Выберешь мне, я тебе на канапешке или кранцаю. Канапешки. Всем в домике понравится. Давай, 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 давай. Давай, давай. Да и батю заберем. Тигры там, что там? Давай батю заберем. Нет, уйди отсюда. Во время съемок ни один Санта не пострадал! Ставьте лайк, если любите Санту! Пишите в комментариях, кому нравится Гринч! Ну что, Санта, пойдем чай попьем! Что там промямлю? Что вы хотите?